4 человека погибли в результате взрыва на заводе «Запорожкокс». Известно, что в это время на территории предприятия подрядчики проводили газосварочные работы. 3 человека погибли на месте, еще один скончался в карете скорой помощи. По предварительной информации, взорвался газ, скопившийся в одной из емкостей, которая находилась недалеко от места работ. На самом «Запорожкоксе» факт взрыва подтвердили, но заявили, на работу завода инцидент не повлиял. Работает в штатном режиме, перебоев нет, для города ничего не грозит, утечек ничего нет, все хорошо. Произошел ЧП, да, есть ЧП, мы разбираемся. Разберемся, мы готовы вам представить всю информацию.